Нет, формирования по формированию нет, потому что один принцип формирования этих программ – это не является фестивалем, это не является соревнованием, это не является поиск нового киноязыка, это не, ну, так сказать, витрина для поиска нового языка, для открытия и так далее. Это некая попытка некого калейдоскопа, то, что происходит в России. Мы показываем разножанровые картины, жанровые, экспериментальные, дебюты и так далее. Это принципиальная позиция. Как только кто-то мне скажет, что надо проводить фестиваль, я этого делать никогда не буду. Потому что я собираю, собственно, друзей-кинематографистов для того, чтобы просто привести их сюда и показать свои картины людям с другой ментальностью, с другим взглядом. А принципиальная разница, скажем, между Нью-Йорком и европейскими городами, конечно, есть, потому что в Америке это совсем экзотика, да? В этом смысле Европа, она более толерантна и для нее не является. Для Америки все равно, что Румыния, что Россия, что Испания, что Франция. То есть они так смутно все представляют, кроме Голливуда, что существует еще. Но интеллектуал Манхэттена не знает о Вуди Алене. А в Европе в этом смысле я сужу всегда, знаете, почему? Когда идет общение с залом, какая реакция зала на русскую речь и на переводчика. Поэтому и вот эта часть как бы аборигенов, она растет. Вот я буквально неделю назад вернулся из Парижа, и там вот на моей картине была большая часть, были французы, как ни странно. Вы знаете, ну это для меня не является вообще неким, знаете, стимулом, чтобы, так сказать, я с удовольствием, Берлин, извините, по-моему, 300 тысяч русскоязычного населения живет, с удовольствием людям, говорящим с тобой на родном языке, с удовольствием мы показываем эти картины. И в России сейчас мода снимать кино не для кого, для себя, знаете, как кокетливо, для себя. Ну, сиди, бери камеру бытовую, иди, снимай для себя. Кино стоит $1 миллион. В Америке, вот почему американское кино стоит, знаете почему? Потому что неважно, независимый или ты, мейджор, ты все равно снимаешь для публики, или для широкой, или для кого-то другое. Нельзя снимать для, так сказать, якобы для себя. За этим очень ловким определением прячется очень много жуликов, как во всей Европе, в России. Очень много жуликов, которые ни черта не умеют делать, они им нечего сказать. Это все. И вот это напоминаете очень часто мне сказку Андерсона «Голый король», да? И образцов можно увидеть где угодно. В Венеции, в Москве, в Каннах, где угодно. Но это мое мнение, я как бы его навязываю. Но я его четко придерживаюсь и его, собственно, не собираюсь его менять. Я считаю, что под личиной авторского кино европейского взгляда очень много непрофессиональных людей и жуликов. Продюсер только деньги, а режиссер только искусство. Но если так все было просто, о чем вы говорите? Неужели вы думаете, когда человек тратит на это кровь, там, деньги, силы, душу и так далее, он думает, сидит с калькулятором и высчитывает будущую прибыль? Да это и глупости все, конечно. Кино все равно живут. Вопрос другой. Есть разные цели у кино. Если я снимаю семейную комедию «Любовь, морковь» и ее смотрят на $50 миллионов в России, послушайте, это говорит не о деньгах, которую я получил, а знаете, о чем говорят? О том, что вся страна ее смотрит от мала до велика, знает и так далее, и так далее. И это приносит удовлетворение. Если я с этой картиной, так сказать, разорван всеми фестивалями, ну, многими фестивалями на этом земном шаре, я тоже доволен, потому что я тоже достиг этой цели, да. И почему у нас же, как бы, вообще в русской культурной ментальности есть такое некое сектантство, знаете, вот мы вот отдельные вот такие вот, а вот эти вот отдельно. Почему? А вот Билли Вайдлер в Америке, например, снимал там, не знаю, «Сансет Бульвар», да, и в «Жазе только девушки», как ее знают в русском природе. И этого сектантства нет. Ридли Скотт снимает и такие картины, согласитесь, да. А вот это вот европейское и в том числе российское, в первую очередь, на мой взгляд, сектантство просто смешно. Вот это вот уже в 2012 году вот рассуждать так, вот с печальными лицами, смотреть в камеру, нести какую-то чушь. Они заметили, режиссеры авторского кино, они никогда не шутят, заметили? Они такие все время так вот, они разговаривают очень тихо. В общем, как боятся сами себя перебить даже, я думаю. Это очень, они очень смешно. Я все время как смотрю их по телевизору, просто я падаю и хохочу до изнеможения. Нет, не могу сказать этого. Не могу. Оно не на подъеме, оно идут реформы важные, идет передислокация, потому что все очень много зависит от тех механизмов законодательных и так далее. Вчера было большое заседание, кстати, в правительстве, на котором я присутствовал, где-то обсуждалось.
Не могу сказать, что большой прорыв, но надеюсь, что он будет. Ну, тем не менее, если раньше говорили, что только американские фильмы собирали, там за уикенд больше, теперь уже наши фильмы собирают. Ну, это, в этом не является прорыв российского кино. Нужна система выстроенная, которая будет работать. Я считаю, что в индустрии существует, когда есть 25% присутствия на рынке, например, как во Франции. В Германии этого нет, кстати, в России тоже нет. В России там 11-12% присутствия отечественного кино в кинотеатрах. В Германии, по-моему, такая же история. Значит, у нас пока нет кинематографии. Нужно доводить до четверти. Тогда мы можем считать себя индустрией полноценной.